придется делать и самому. И шайбу он потерял в борьбе с Мищенко. Коршков и пустые ворота шайбу он отправил. Это, кажется, все. 4-2. Поборолся Иван Мищенко, и дальше Коршков просто от красной очень спокойно, как он умеет, отправил ее в пустой створ. Видимо, тут же решили в Тольятти вратаря поменять, понимая, что, возможно, других шансов уже и не предоставится. Убегал там Джозефс, но контроль упустил.